Искусственный снег, химические вулканы и кристаллы медного купороса. Это не краткий экскурс предмета, а путешествие в страну алхимии, в которую отправились ребята из школы-интерната и общества юных краеведов. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме для них провели урок занимательной химии. Все подробности в следующем материале. Юлия Белоусова не просто преподаватель одной из самых важных и обширных областей естествознания химии. Девушка серьезно занимается различными исследованиями и проектами и активно привлекает к науке своих студентов. Необычные химические опыты, которые в курсе химии просто не изучаются, ребята проводят с удовольствием. Дети интересуются химией, но немножко не предметной, а в плане исследовательской работы. То есть им интересно, например, исследовать какие-то продукты питания, например, йогурты, соки, и анализировать почву, анализировать воду. То есть мы остаемся после основных занятий и уже делаем какие-то проекты, какие-то исследовательские работы. Пробудить познавательный интерес к химии не только у своих студентов, но и у ребят помладше. Такой целью задалась Юлия Белоусова и придумала свои занимательные уроки. Провести свои увлекательные опыты со школьниками собрались в Ненецком аграрно-экономическом техникуме в кабинете химии. Идея пришла давно, потому что дети на занятиях химии всегда спрашивают первый вопрос на химии, когда мы будем что-то взрывать или когда мы будем что-то делать интересное в плане опыта. Желающих прийти на необычный урок оказалось много. Буквально за час до начала организаторам поступил звонок. Количество реактивов пришлось увеличить еще на несколько штук. В обязательном порядке перед началом самого интересного ребята одели белые халаты, перчатки и отправились в волшебную страну алхимию. Здесь юные исследователи добывали золото и выращивали голубые, как небо, кристаллы. Смогли увидеть, как появляется искусственный снег, и, пожалуй, самые интересные стали свидетелем извержения вулкана. Все готовы? Да. Точно? Может быть, передумаем? Нет? Ну ладно. Включайте свет. Кстати, чтобы проводить интересные и необычные опыты, которые не изучаются в курсе химии, нужны специальные реактивы. Для студентов техникума их закупили на средства гранта, которое выиграла общественная организация «Содействие защите окружающей среды» Green Home со своим научно-учебным социальным проектом «Познаем окружающий мир». В его рамках как раз и проводятся такие занимательные уроки для школьников. Наша цель – это их привлекать к этому, ко всему. Ну и, соответственно, в любой исследовательской работе, в любой творческой работе у ребят вырабатываются навыки, которые впоследствии им позволяют в дальнейшем как-то двигаться, учиться по жизни, то есть поступать в престижные университеты страны, да, и развивать наш регион. Сегодня урок занимательной химии для школьников прошел в первый раз, но организаторы на этом останавливаться не собираются. Говорят, что главная цель – привлечь именно увлекающихся ребят, и, возможно, в будущем им это очень поможет. Сергей Журавлев, Ирина Цепитова, Антон Ведряков, телеканал «Север».